Оплата жилья в отношениях. Сейчас опять накину говна на вентилятор, очень мне это зашло. Как-то неожиданно получился достаточно удачный видос в пятницу. Полмира бомбит до сих пор. Ну так вот, ребят, возвращаясь к договоренностям, да, единственное против, наверное, чего я категорически буду, это когда девочка оплачивает жилье на постоянной основе. Для меня это про мужскую несостоятельность, да, финансовую в том числе. Если девочка хочет жить с кем-то, да, и оплачивает квартиру сама, она может купить себе кота. Мужчина вот эту финансовую нагрузку, опять же, на мой взгляд, должен нести. Должен не совсем хорошее слово, но тем не менее, да. Я за то, чтобы, если не совсем состоятельная, то это как минимум пополам должен делиться. Да? Если мужчина зарабатывает больше, он на то и мужчина, как бы он оплачивает жилье, почему нет? Вариант, при котором девушка оплачивает жилье, а он живет на ее территории, в хуй не дует. Слишком удобненько. Да, слишком удобненько. Помните такую хорошую поговорку? Не нравится вам зять, ебите свою дочку сами. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. А я жил в квартирах, которые мне оплачивали чаечки. Вот так вот. Не-не-не-не-не-не. Я извиняюсь, а жарким, страстным, таким мокрым, беспардонным сексом она тоже с котом будет заниматься, которого она заведет, да? Ну, если чаечка оплачивает, то значит она течет. Понимаете вообще, вот просто запомните такое правило, ребята. Если баба платит, она течет. Никакой там великодушие, там что-нибудь там еще, типа там вот это там пожалеть, что-то как бы. Хотя бывает и такое, в принципе, она от мужчины течет. Если она пробита на инстинкт, она будет делать все. Абсолютно. Если она не пробита на инстинкт, она найдет миллион причин, чтобы этого не делать. Потому что она не течет. Ребята, инстинкт половой, тем более женский, победить практически невозможно. Пока она будет течь, она будет делать абсолютно все. Вот пока вот есть эмоции, сексуальные эмоции, ну течет, как бы это я там утрировал прям вообще, как бы, то есть она, ну, ссыться по нему попросту, как бы эмоции она бешено испытывает там, и в постели там, и не в постели там, и от общения, это всего. Вот, если же этого нет, то нет, тогда нет. Вот, как бы, ну а вот это вот двойные стандарты описывает, как бы, да, когда мужчина платит, это норм, когда мужчина не платит, это не норм, как бы, ну, как-то так.